трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автоинспекторы снова получат право останавливать вне стационарных постов ДПС не только автобусы, о чем сообщалось накануне, а все транспортные средства. Об этом рассказал заместитель главы МВД Александр Горовой. Соответствующая поправка будет внесена в новую редакцию административного регламента МВД, который сейчас согласовывается. Кстати, регламент весьма интересный и полезный для водителя документ. Его легко можно найти в интернете. Трасса 101. Объемы производства бензина в нашей стране растут, но его стоимость не снижается. Этого не произойдет и в будущем, отмечают эксперты. По их мнению, такая ситуация связана с низкой ценой горючего на внутреннем рынке и увеличением акцизов. При этом нефтяникам не дали быстро переложить акцизы в ценники на топливо. Специалисты считают, что литр самого популярного бензина, 92-го, в нынешнем году подорожает на 7-8%. Трасса 101. Спрос на новые кроссоверы и внедорожники в России в первом полугодии 2017-го превысил спрос на новые автомобили B-класса. Самая востребованная машина сегмента SUV, по данным агентства «Автостат», — Hyundai Creta. На втором и третьем местах Renault Duster и Toyota RAV4 соответственно. Лидеры продаж в B-классе — Kia Rio, Lada Granta и Lada Vesta. Трасса 101. Программа «Семейный автомобиль», облегчающая покупку новой машины семье с двумя и более несовершеннолетними детьми, уже в действии. «Автосреда» сообщила о первом клиенте, воспользовавшемся льготой. Это житель Москвы, который приобрел Ford Kuga со скидкой почти 300 тысяч рублей. Начальная стоимость кроссовера – около 1 миллиона 200 тысяч. Программа распространяется на авто с ценником до 1 миллиона 450 тысяч рублей. Обновленный лифтбэк «Шкода Рапид» поступает в продажу. Машина, выпускаемая в Калуге, стоит минимум 604 тысячи рублей. От предыдущей версии внешне она отличается измененными фарами и фонарями, модернизированными бамперами и радиаторной решеткой. В базовой комплектации появились АБС, система стабилизации и «Эроглонасс». Опционально доступны, в частности, передний и задний парктроник и биксеноновые фары с функцией автоматического включения и выключения дальнего света. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.